2 ноября в региональном правительстве состоялось заседание областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Совещание провела заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова. Был рассмотрен вопрос об итогах летней оздоровительной кампании 2022 года. Мы все еще с вами были в режиме повышенной готовности, да, относительно коронавируса. И мы знаем, что в летний период этого года снова был всплеск заболевания. Но тем не менее мы прошли достойно весь период летнего оздоровления. Сейчас уже у нас есть и заезды будут каникулярные в осеннем оздоровлении. В общем, уважаемые коллеги, спасибо большое за то, что нас с вами не лихорадило и детей наших. В ходе летнего сезона отдохнули и укрепили свое здоровье 72 604 ребенка, проживающих в нашем регионе. У нас работало 587 организаций отдыха и оздоровления. Это 30 загородных оздоровительных лагерей. У нас работали 520 пришкольных лагерей. И, конечно, у нас были проведены палаточные лагеря и туристские походы. В этом году было выделено на оздоровительную кампанию в регионе около 500 миллионов рублей. Эти средства были направлены как на частичную оплату путевок в загородные оздоровительные лагеря и на питание детей в пришкольных лагерях, так и, конечно, на укрепление материально-технической базы. Также в этом году прошли 33 областные профильные смены, в рамках которых отдохнули 9888 юных омичей.